Добро пожаловать в столовую комнату музея городского быта. Здесь хозяйка радушно встречала гостей. Среди многочисленных предметов домашней утвари находится необычный для нас предмет. Вроде похож на самовар, но не совсем. Это кофейник-самовар, в котором варился кофе. В таком виде он стал производиться в конце 19 века. В нижней части устанавливали спиртовую горелку. Она нагревала корпус в виде цилиндра или другой формы на высоких ножках. Иногда он подвешивался на крючки к вертикальной раме. Внутри корпуса также помещался съемный сосуд с сетчатыми стенками для молотых кофейных зерен. Впереди кран для разливания готового напитка. В таких кофейниках можно было готовить напиток даже в гостиной, на столе в присутствии гостей. Конкретно этот кофейник-самовар иностранного производства. Он стоил примерно 21 рубль. Очень дорого. По той же стоимости можно было купить лошадь на базаре. Чаще всего в местных магазинах можно было приобрести кофейники-самовары российского производства. Они стоили примерно от 7 до 10 рублей. Цена готового кофе получалась еще выше, поскольку к такому самовару приобретался еще спирт и, конечно, сами кофейные зерна. Стоимость кофейного напитка была высока. К тому же в 90-е годы 19 века цена на кофе возросла от 10 до 22 рублей. Подавали кофе к столу в специальных кофейных наборах. В них входили кофейники, сахарницы и небольшие чашки с блюдцами, горки.